Но вы, наверное, тоже захотите осмотреть? Нет, зачем ты меня смотришь? Я и так вам верю. Есть синяк? Есть, я верю. Кушайте шоколад, кушайте. До сих пор рука горит. А вы как думаете, может, примочку какую-то надо? А я не знаю. Наверное, надо. Но кушайте шоколад, это помогает, кушайте. Может быть, все-таки показать вам руку? Я знаю, что вы не такой, как они. Ну, я вам доверяю. Ну зачем же вас затруднять? Ну, честное слово, ну был бы я доктор, я бы мог вам помочь. А то я ведь естественный. Я по естественным наукам, понимаете? Я в медицине не разбираюсь. Вы лучше кушайте шоколад, хорошо? Все-таки посмотрите. Ну, хорошо, я посмотрю. Только одним глазком, ладно? Зачем вы так низко опустили? И так, видно, большой синяк. Впрочем, он скоро пройдет. Вы кушайте шоколад, кушайте. И поднимите, пожалуйста, кофточку. Я очень вас прошу, очень. Здесь так дуют у вас сквозняки. Я пока главку дочитаю, можно? А он ниже ногу ущипнул, ниже колена. Какой негодяй! Показать вам? Да зачем же мне показать? Вам же придется чулочек, наверное, снимать, понимаете? Боже, а у вас тут такие сквозняки. Ну, мне правда неудобно. Вы лучше кушайте шоколад. Кушайте, я прошу вас, кушайте. Я вам мешаю заниматься, да? Такова моя доля. Вы знаете, я, наверное, пойду. Может быть, товарищи уже успокоились. Вы знаете, Климов, вы знаете, они меня еще вот так подали. И вот так. Машенька. И за грудь. Машенька. И за грудь. Машенька, что вы делаете? Что скажете?